У нас в народе говорят: птица сильна своими крыльями, человек – дружбой. Давняя дружба связывает братские республики Поволжья, край Мари и Чувашию. Колхоз «Сила» Горно-Марийского района соревнуется с чувашским колхозом «Колос». Председатель местного колхоза Игорь Иванович Смирнов рассказывает, как за один этот год построили в колхозе 15 животноводческих ферм. С нового тока сдали государству 1000 центнеров хлеба, а теперь подготавливают семена для будущего урожая. На славу удалась нынче королева полей кукуруза. Она обещает дать по 500 центнеров зеленой массы с гектара. И урожай этот тоже особенный. Он выращен из семян, полученных здесь же, на земле колхоза. 7 лет назад в республике вообще не сеяли кукурузу. А вот по яблокам марийцы старые мастера. В одном колхозе «Сила» 18 сортов яблок. Есть у нас и виноград. Богатеют колхозы. Есть на что строить клубы, библиотеки, детские сады. В этом году только в колхозе «Сила» 100 семей колхозников справили новоселье. И все это богатство начинается с техники. 16 комбайнов, 37 автомашин, 30 тракторов. И это только в одном колхозе. А в 26-м году был один трактор во всей республике.